Слились. Что я могу сказать? Слэм, не знаешь, когда пухи будут навсегда? Не знаю, не знаю. Все к Иннове, все вопросы к Иннове. Но фогейми на форуме спрашивайте. Вот. Меня не интересует, например, донатская часть Point Blank в том плане, что... То есть я знаю, который донат нужен, чтобы соревноваться, и это было спортивно. Все, больше меня не интересует. Какие пухи, куда пухи. Вот мне аук, питон, там, читак, питон, и все. Я доволен, там, купоны, которые разрешены, и все. Больше мне не интересно. Надолго они останутся, ненадолго. Просто без них я не буду играть, логично, да? Так, ну что, здесь сейчас будет выбивание. Кислота минус эмоушен есть. Эмоушен двигается очень-очень агрессивно. Тушкан догоняет рики, и будет проход. Походу на даль. Ливси взрывает крама на длине, не давая реализовать позицию. Хотя это было бы преимущество, если бы он там поставил кому-то хедшот. Снова с разменом за счет рики выходит вперед. Немножко по фрагам, но по размену проигрывают, как видим. 3 в 2 и... Достаточно такая плотная ситуация, так attention накидали нехило. На бете взорвали упор, как видим. И что он будет делать, я не знаю. Рики ждет чудо с 2 хп. Чудо в лице attention. It's so interesting, guys. Ну и какой план сейчас у команды Motion? Я знаю, они дадут нам состариться и своим соперникам, а потом зайдут на А и взорвут сами себя вместе с бомбой. Потому что никто не побежит. Опс, минус от тушкана. Посмотрите, ситуация поменялась. Какая? Тушкан пробил альфу, минус 2. Ну, 12 хп, 8 хп против Attention. Ну, должен здесь постараться. Тушкан будет сидеть в пункте, Рики на отрезке. Ой, Тушкан там еще типа боится, что к нему могли подойти. В итоге... Дроп. Ой, дроп. Ищет аук, берет аук, пойдет на Тушкана. Нет, пошел выбивать Рики. Тушкан, Рики. Тушкан с Рики. Вот это да, друзья. Ну, по-моему, кислота все-таки хромает чуть-чуть. Ну вот, 2 в 4, 2 в 3. 2 в 4 даже было, да? И кислота, эмоушен взяли раунд кислоты. Как не ясно. И в итоге 2 раунда преимущества эмоушен, атака доминирует. И вот он рандомчик-то, друзья, где пошел. Обычно защита берет свое, а здесь доходит и вот до таких ситуаций. Так, свифтнока согнали. Ну да, свифта согнали все-таки с позиции, но на ней остался. Если кислота здесь соберется сейчас и выиграет, это будет уже круто. Сегодняшний день будет прожить не зря. Так, проброс гранатами, в итоге выход пост хае и постфактум, как бы здесь уже пошли хедшоты, размен. Трешка занята, граната Ливси после размена и его смерти, почти смерти, ну, принесла счастье, 46 кп не смерть. Снова 2 в 3, Motion, правда, другое звено в живых осталось, отдается Марзо и Крам последний, кто пытается здесь что-то сделать, но ему просто Ливси не удает идти, не дает ему идти с длины, в итоге 7-6. Какая-то война крабов здесь получается. То одни медленно играют, то другие медленно играют. В итоге... ну, в итоге для ничьи этот матч подойдет. Я думаю, как раз. Для кислоты это будет значить, я думаю, очень-очень много. Ну, сейчас они в роли догоняющих. Тяжко. Тушкан уже готов к бою. Прочекала. Свифт жгет просто такой. Антивброс. Ну а доктор Ливси на приеме. Так, граната в упоре. Взрывают они просто полностью сейчас проход на 3. И выход на 7. Ну. Так, Нокс прыгнул. Он же Свифт. Атака встала, Дэн. Ну, вообще прикольно. Куда же она у него полетит, непонятно. Но она должна уже лететь. И Марзой открывает счет в раунде. Все, полетела. Так, куда? А-а-а, он просто задымит длину хотел пассивно, чтобы с мостом постреляться, зная, что будет отход. Все, грамотно играют сейчас эмоушен. В итоге проходят они на трешку. Кверти пытается дать здесь какой-то размен. Ну, он дает, в принципе, размен, но наступает. Нет, спрятался все-таки от гранаты. Рики, attention, 3 в 3 ситуация. И можно сейчас развернуть просто команду эмоушен. На бету не пошли, боятся кислота. Вот это... Нет, все правильно, сделали. На бету зашли вдвоем, теперь будут выбивать. Ну вот если на этом выбивании что-то срастется, хотя это вряд ли, то
то может будет камбэк. Хотя тут вот срастается свифтнок, отличный выход просто. Врасплох застает Крама. Кварти тоже проходит и с одной стороны практически действует. Тушкан Плент, Рики. Ну, Рикардо здесь, конечно, Рики. Мистер Тульский Пряник его будем теперь называть. После того жесткого хедшота. Ну, вот сейчас он что-то не может убить и в итоге добивает, лол. Но не в голову. 8-6, друзья. Ну, и это уже хороший результат. Итак, продолжаем смотреть за матчем. Аркада от доктора Липси пытается... Ой, Надаль втроем зашли, красавчики в размен. Без численного преимущества сыграли. Ну, кислота, ну уж режете ж без ножа. Проигрывайте, играйте стратежно. На перестрелке не выстрелили. Ну, видимо, пытались удивить. Удивили кого? Себя от того, что отвалились сейчас. Ну, в итоге для Emotion это просто, знаете что? Это значит просто фри проход на А, все. То есть сбить здесь только Кверти предстоит. И то он не сдается. Attention, да! 3 в 2 дают размен, благодаря грамотной игре. В итоге эта атака потерялась. Это не кислота все-таки. По-моему, это 8-7. Ну что? Пошел врыв? Нет, там зарезал. Ой, май, зарезал Рики. Это месть. Это месть за 2 раунда с ножа. Жестек. Ну, я бы сказал, что с ножа, на самом деле, в ПБ это зарезать не так уж сложно. Вот если там сравнить с Counter-Strike, в КС тяжело. А тут все окей. Тут все окей. Резать можно. Ну, кислота решила потянуть. Потянуть резину и вытащить себе еще, наверное, 8-й раунд. Но врывы они играть точно не будут. Они просто едва не... Вот это Дэн, а! Attention прямо ему в голову должен был, по сути, стрелять. Но Дэн выстрелил префайром и добил. Ну, вот когда считают так позиции, некоторые игроки становятся даже не по себе жутко. Что такое снос? Да, Тушкан заход, попытка прохода Зик, и в итоге его здесь закрыли с кабины. Даже рекламу не занял. Некрасиво, некрасиво. Emotion терпит, в итоге пошел врыв, да, Тушкан ставит, Крам минус, в итоге минус 2 Тушкана, забивает Чопарыч, Зик, вернее, и пошел прыжочек, десантик, так для никого нету, попытка изолировать левый, и... Нет. Emotion просто совершенно спокойно зашли. 9-7. Ну, это либо 10-8, либо 10-7, но 9-9, я здесь сомневаюсь, что смогут кислота зажарить. Не, кислота молодцы, на самом деле, после вот того поражения команде 3D, они могли вообще в люксе разочароваться в своем навсегда. Но видно, что у ребят он, на самом деле, не слабый. Вот, не знаю, либо в той игре реально тотально были не готовы, здесь подготовились, либо что-то совсем бренное упало им в голову. Так, Тушкан, по-моему, в предчувствии 10-го раунда... Готов ворваться сейчас на врага. Давайте смотреть. Да, врывается почти что одного. Застал врасплох, пропрыгал. Ой, как ж пропустили-то, надо было размен делать здесь. Просто не давать занимать эту кибитку. В итоге все плохо. Attention палец открывается на двух игроков. Но это 3 в 1, друзья, это 10-7. Это 10-7, даже до бомбы не доходит. Ну и Emotion одерживает победу в этой встрече. Поздравим их с этим. И устроим короткий перерыв. Оп-оп, про перерыв я пошутил, друзья. У нас сейчас будет сразу же следующий матч, буквально после рекламной паузы небольшой. И мы будем наблюдать за встречей таких команд, как Туретт Синдром, вроде бы, если я не ошибаюсь. У меня почему-то закрылось опять окно. Ну, меня, в общем, лагает сегодня у нас просто жестко. StarLadder из-за того, что тут такой наплыв танкистов, дотеров, еще и вот Point Blank Community с Weekend Cup'ом наброситься решила. Ну что, Туретт Синдром против команды Mind. После рекламной паузы ждите эту встречу. И, в принципе, там тут комментарий просто уже излишен насчет этого матча. Я думаю, мы просто сейчас дождемся. Даже небольшой короткий музыкальный перерыв будет. И потом начало матча. Потому что только один игрок что-то на сервере готов. Но я думаю, сейчас они быстро достаточно зайдут. Ну, один трек, который мы послушаем, я думаю, это будет что-нибудь старое. Например...